Я не угадала. Классно. Девчули, всем привет! Начинаем новый влог. И начинаем мы его с настойки сирени. Собираюсь сделать настойку сирени. От суставов, она пишет, хорошо помогает. Не знаю, буду пробовать. Все, что есть от суставов, все пробую. Мы немножко поздно ее собрали, потому что как узнали про рецепт, так и собрали, девчата. Если бы узнали раньше, собрали бы чуть раньше. Ну, уже какая есть, попробую. Если хорошо помогает или хотя бы помогает, то в следующем году соберем сирень пораньше. Вот столько у меня получилось. Это банка 1,8 литра. И, по всей видимости, я буду чуть-чуть разбавлять этот настой, потому что он выйдет достаточно концентрированный. Я так думаю, что без вот цветов после отжима и после разбавления выйдет где-то литра полтора. Но это я так предполагаю. Ей еще нужно настаиваться порядка 2 недель в темном месте. Так что ждем 2 недели. Ну а пока я тут полью цветочки, и мне нужно собираться по делам. Цветы на балконе сейчас практически все стоят. У нас достаточно жарко, поэтому поливать приходится тоже достаточно часто. Все хотят пить в жару. У нас на улице сегодня дождик. Прохладно, свежо. Погода просто класс. После жарищи, которая была, конечно, вообще прелесть. И такой воздух сразу после дождичка приятный. Пыли нету. Я иду в стоматологию делать снимок с направлением. Вот мне уже веткой залепило в глаз, налило воды в него, поэтому я слегка косая. Сынуля мой до сих пор сидит в Батайске. Двое их осталось из нашего города там. Сегодня сказал, должны новенькие приехать. Боже мой, у него же зрение. Из-за этого категория понижена. Вот и понижена там прилично. В общем, не знаю, что и как. Ждем уже вот неделю больше на иголках просто. Я иду с зонтиком. Уж не знаю, пригодится он мне или нет, но на вечер передают сильный дождик. А я сейчас пока снимок сделаю. Очередь там наверняка, пока дождусь его. В общем, на всякий случай взяла зонт. Какой нежный цвет у розы. Обалдеть. Немножечко красоты вам. Нежный цвет, да? Классно. Супер. Странные, конечно, работники. В этот раз у меня никто не спросил направления. Ну, как вот это называется. А в тот раз чуть ли не разорвалась, она выгнала меня. У меня культурный шок был, девочки. Вокруг меня крутился такой агрегат. Почти космический корабль. Просто я первый раз делала панорамный снимок челюсти. Зубов. Вот. И как бы впечатленница, я вам скажу. Классно все так обходительно. Не чета первому посещению. Ну что, как вы видите сами, зонтик мне пригодился. Достаточно крупные пошли капли у дождя. Пришлось прятаться. Сейчас я домой занесу снимок. Помидоры купила в Пятерочке по 99 рублей. И, скорее всего, если дождь не разойдется,
то, наверное, схожу в магазин за вареньем, за смородиновым. Куплю еще одну баночку, потому что оно мне очень понравилось. А вот малиновый джем не понравился вообще. Он настолько приторный, сладкий, малина не чувствуется. В общем, не айс, а смородина прям прелесть. Я смолотила эту банку, даже не заметила как. Хотите, покажу вам прикол. Когда первый раз я это увидела, я сначала юмора не поняла. Когда второй раз, я уже подумала, думаю, что это такое. А сейчас я понимаю, что это такая аэродинамика у моих башмаков. Они забрасывают слякоть наверх себе, на нос. Видите? При этом везде они относительно чистые, а носы грязные. Как это называется? Помню, у нас машина была, которая забрасывала воду из луж на себе, на лобовое стекло. Причем так активно, знаете, Саньонг. Причем он был не низенькая вот легковушка, а вот как там стоит вот высокая, типа джипика, там большая машина. И он так активно себе забрасывал воду на лобовое стекло, что я каждый раз пугалась. Не справлялись даже дворники. Так и мои башмаки. Вечно у них грязные носы. Нормально, да? Тщательно нынче следят за газоном. Мало того, что туи досыхают, так у нас еще и тут, смотрите, колосится травища. И впереди вон посохшие туи. Красота. 21 век. Чего стесняться-то? Переживания со всеми мыслями, девочки, вы не представляете. Хожу целый день, сережки даже не надела. Голова занята вообще непонятно чем. Позвонил сейчас сыночек. Как раз я подходила к дому, и позвонил он и сказал, что их забрали 23 человека в танковые войска в Подмосковье. Сегодня были покупатели, и их забрали. Вот. Что даже уже пробовали они, лейтенант их пробовал учить маршировать. Ты бы, говорит, видела этот цирк, кто куда, кто в лес, кто по дрова. Вот. Чтобы не сильно позорно, я так понимаю, они выглядели, когда приедут в часть. В часть они отбывают завтра в 2 часа, и 18 часов у них займет дорога. И я, конечно, рада за сынулю, что его забрали, что не пришлось еще неделю торчать на сборном пункте на этом. Или там сколько времени, потому что это изнуряющее достаточно занятие. Вот. В общем, но все равно расстроилась, потому что это очень далеко от нас. Подмосковье это... Он сказал мне, все нормально, мама, не переживай. Ну, а как я могу не переживать? Ну, я стараюсь изо всех сил. Я держу себя в руках. Прям вот так держу. Вот. Вот так. С завтрашнего дня у сына начинается новая жизнь. Каждый раз, когда я вижу шиповник, почему-то вспоминаю бабушку, деревню. Не знаю почему. Заходила в фикс-прайс за гелем. Новый по 77 рублей, ананас с чем-то там, с бананом и еще с чем-то. В наш магазин не привезли, надо же. Увидела вот такие новинки, показываю вам. Это альбом, книжка детский для рисования, там стирающиеся фломастеры. Интересная штуковина, прозрачное вот такое ведро большое на 12 литров, сливной есть желобок и второй дизайн вот такой с фламинго, он уже не прозрачный. Снова привезли подносы круглые по 77 рублей. Они уже были как-то, по-моему, в продаже.
Вообще новинок в этот раз очень мало. Прям вообще не на что посмотреть даже. Что делается с фикс прайс, непонятно. Сразу такой счастливый голос. Это вот как я брала, но у нас они, по-моему, по 19 рублей в нашем магните. Два рубля, ничего себе. Даже сердечко в подарок. Это нам надо будет блин раньше приехать, чтобы... Похожие, кстати, в фиксе продавали, но там я их брала, по-моему, по 90 рублей. Пока мы были в магазине, здесь тоже дождь начался. Да сильный такой, так же как там, да? Ну, да. Я иду от стоматолога. Хорошо, что сейчас можно ходить в масочке, не вызывая подозрений. Потому что мне сняли верхние коронки. И послезавтра снимут нижние. На улице жара. Хоть сегодня и температура не очень высокая, и есть ветерок, но очень жарко. В общем, врач сказал, что нужно все зубы менять целиком, обе челюсти, чтобы было ровнее, красивее. Ну, вы поняли. Единственное, что пугает меня в этой ситуации, это то, что и деньги надо будет сразу все платить. Ну, то есть я сначала думала, что будут снимать сначала один мост ставить, потом другой по частям. И как бы и деньги по частям растянется там на месяц с хвостиком. А получается, что нет. Я не угадала. Сынуля мой сегодня выдвинулся в расположение части. Ну, не только он, а все ребята, которых отобрали в эту танковую дивизию. Завтра утром где-то они должны быть уже на месте. Едут они, я так поняла, автобусом. Легкой им дороги. В общем, девочки, как-то вот так. Буду теперь ходить в масках. И дома тоже. Пока не поставят мне зубы. По дороге заходила там фикс прайс, который дальний, в который я очень редко хожу. Там тоже ничего нового нет. Привезли банки на 3 литра с краником, которые они теперь, знаете, сколько стоят? 300 рублей. Вот так. Смотрите, сколько пуха нанесло. Буквально вчера пуха не было. Как будто снежком присыпано.